Итак, мы начинаем наше очередное видео. Поход от ЖД вокзала Ладзовская до улицы Ушакова. Кто не подписался, подписываемся. Кто подписался, ставим лайки. Ну и в путь. Считайте, что вы приехали вот сюда. Здесь у нас есть выход. И мы выходим на улицу. Наверное, вот так вот. Скорее всего, выйдете. Сразу вот здесь вас выпустят. Пойдемте. Этим маршрутом я уже начинал ходить. Вот, вы спускаетесь и уходите направо, в сторону Сочи. На вокзале вы под надежной охраной. Здесь уже опасно. Шутка. Юмор. Высокие ступенечки специально, чтобы с чемоданчиком. А нет, извините, извините, это я не прав. Вот есть ступенечки, есть. Опять же этот пандус для багажа. Автобусная остановка, если хотите проехать пару остановок, можно. Или же идем пешком. Выходите на улицу Лазарева. Мимо трактира. По этим узким. Кстати, где? Где велодорожка? Не пойму. Так, что-то у нас не то. Нет велодорожки. Ладно, идем дальше. Магазин «Рыбалка». Ну, в принципе, как вы свернули направо, так вы идете долго, счастливо и уверенно. С чемоданом, наверное, будет потяжелее, конечно, идти. Ну, хотя если он катится, то нормально. Будет немножко, конечно, он издавать звуки, так сказать. Но не смертельно, тут все так ходят с чемоданами. Не волнуйтесь. А мы все идем, идем, идем. Прямо перед нами сейчас появится гостиница «Оазис». Хорошая гостиница, одна даже, я бы сказал, в качестве гостиницы, одна из первых в поселке Лазаревском. Вот улица Лазарева. А сдают вот сюда здесь, кстати, везде. Даже вот здесь вот. Вот тут вот. Прямо чуть ли не на путях железнодорожных. Вот видите, сдается жилье. Сдается жилье. Так, школа 75-й ориентир. И отель «Оазис», как я говорю. Столовая, видите, тут есть терраса там отличная. Пальмочки. С парковками проблема, да? Желтый полос тут нарисовали. Туалет, если кто устал или ребенку надо, пожалуйста, знайте. Ну, мусор вы и так выкиньте. Вот оазис, так сказать, красоты. Теплосеть, я так понимаю, режимный объект. Тут колючая проволока, а там ее, правда, нет. Залази, кажется, кто хочешь. Мало ли захотели кран прикрутить какой-нибудь с горячей водой. Вот дом немножко отреставрировали к Олимпийским играм. Немножко. Так, совсем самую малость. Опять же сайдинг. Вон, видите, уже кусок штукатурки отлетел. Ну а что вы хотели, уже прошло-то 6 лет. Кто-то поставил новый кондиционер, выдолбил кусок штукатурки. В общем, так. Ладно. Зато тут тротуары отличные. И дорога шикарная. И вообще мы идем на улицу Березовую.
Иду я темпом, наверное, выше среднего. Ориентировочно 11 минут на километр, плюс-минус там. Знаю, засекал. Еще немного вот так поснимаю и пойду заниматься спортивной ходьбой. Уже, наверное, рекорды буду ставить. Вот, смотрите, у нас здесь остановка почта. А я, дурак, с посылкой хожу тут полдня. Там на улице Победы почта. Тут почты нет. Честное слово. Но зато здесь есть баня. Ермолинские продукты, всякие сумки, Apple сервис. Информационный центр, единое там окно. Дальше. Ростовский гриль. Если у кого-то что-то с автомобилем, не дай бог. Можно здесь вот жидкости докупить, какие-нибудь запчасти. Тут в летний период происходит шоу. Шаурмой, бастурмой. Чебуреками и тому подобное. Неплохое местечко, красивое сделали по-современному уже. Сладости восточные. Чай. Курицы голые на каруселях катаются. Тоже есть такое. А здесь, вот, где остановка почта, вот, ориентир, вот, ростовский гриль, вы поворачиваете направо под железнодорожное полотно. Хочу отметить, что мы идем с вами правильным путем. То есть, мы не проходим пункты охраны и тому подобное. Если вы хотите немножечко, немножечко пройти меньше этот маршрут, точнее, маршрут сократить, то вы можете... Выйдя из поезда, прям сразу поворачиваете в сторону Сочи, по движению поезда, я имею в виду, и идете вон по вот этим железнодорожным путям. Но будьте готовы к тому, что вас там может остановить охранник и сказать, что здесь ходить нельзя, обходите, то есть идите тем маршрутом, которым мы с вами шли. Но местные тут иногда пробегают, по секрету. Я вас этому не учил. Так, идем дальше. Столовая, улица Социалистическая справа, вот, ходили, бродили, знаем, как говорится. Идем дальше. Сейчас мы идем уже по улице Адаевского. Красное, белое. Ну, вы поняли. Кто любит поиграть, делать ставки, чего я вам не рекомендую делать, можете зайти, конечно. Хозяин, барин. Ну а мы идем, и вот если вы внимательно заметили, то тут уже появляется надпись Ушакова 19А. Мы прошли со всей моей болтовней 8 минут 21 секунду. Буквально пару минут, пару секунд, и мы выходим на улицу Ушакова. К сожалению, если я буду идти медленнее, то как бы клип закончится несколько раньше, чем мы дойдем до моря. Но я, в принципе, иду тем же темпом. 11-12 километров в час. Море я уже вижу. Ушакова 19. Вот эти дома, которые уже сдаются. Ушакова 17. Блин, 45 секунд. О, собачка добрая. Отдать ей нечего. Ушакова 15. Блин, не хватит буквально, наверное, минутки. Так, тетечки. Это такая материя продается. 15 секунд. Не, конечно, если бы я побежал, то мы бы успели. Вложились бы в норматив, как говорится. Досточки. Красота какая. Хи, лишайники.